Вот вышел сегодня Эдвард на улицу. Рано утром, ночью шел снег, и вот что как видать. Я не знаю, луны-то нигде нету. Вот стройка, и где на стройке, там фонари горят на кранах. А это снег. Это наш дом. Это наша труба. Затопил я. Затопляю я его в 20 минут пятого. А в 5 будет у нас молитва. Все встану. Вот интересно как. Там в стенках не выключай только свет. Вот. Брат Владимир. Сейчас сестры оттуда выйдут, к нам пойдут. Это соседи с этой стороны. Никогда ночью не снимал. Это сейчас даже не знаю, наверное, 26 ноября 2021 года. Я маленько передвигаюсь, руки мерзнут, но не так холодно. Это наш дом. Вот маленько светит там за шторками. Это соседний дом двухэтажный. Переселяет людей. Вот я сейчас топчусь, я здесь подхожу к елке. Видать, а чего так светло, не пойму. Видимо, где-то луна там за хмарью, за этой. Это у нас где храм. Вот. Обычно тут 6, говорится, фонарей длинные, здания огромные, высокие. Смотреть даже боязно днем. На чем все стоит. Одно движение, ничего не будет. Это же 25, наверное, будет. А это вот смотри как. А там где-то тешатся люди. Готовятся к Новому году. Будут стрелять, хлопушки, тут фейерверки. Вон как оно все. Это я сейчас дальше прохожу. Тут снег еще нету, никто не ходил по нему. Подойду поближе. Вон оно, здание-то какое-то. Вон оно какое-то. Что так будет видно? Нет, еще снежок падает небольшой. Не видать. Камера. Здесь вот надписи не видать. Идите и проповедуйте Евангелие. Ходили, благовествовали слово, и между ними крест. Это у нас храмовое. А это вот везде у нас тут знаки, как называют, наружное наблюдение. Это вот я прошел след. Это елка у нас, красавица. Кто садил, не знаю. Готовое получил. По решению городской администрации, в расчете, что мне должны были, суд выиграла. Реабилитирован был. Что у меня было изъято. Заплатили только 1/200 часть того, что должен. 11 лет шел суд, я его выиграл. Стоимость суда, иска была 11 миллиардов. 7 рублями. Как считается, вот кошки ходили. Самая большая фонотека издана была мной до ареста в 86 году. О, вокруг как. Это у нас кабинет для задумчивости. Ой-ой-ой. Вот я сейчас пройду здесь, сюда, откуда надежды придут. Дай-ка свет горит. Ну да. Вот он, свет у них какой горит. Там везде все как. Ой, удивительно. Вот я захожу в сени. Вот тут что в сенях-то. Ой. Ехал.
тепло-то тут как. Сейчас он говорит, дам тебя туда, отнесешь, на. Поэтому я сейчас буду размываться. Там выключишь, пройди вокруг, по окружности. Обойди все. Наше занятие. Так. Ой-ой-ой. Оказывается, снежок идет. Ну, Сибирь. А я не успел там с одной рукой. Вот сейчас буду остатки снега выметать с валенок. Снежка. Хорошо, дым идет. Ой. А вот кошки у меня сидят там. Сейчас я баночку возьму с рыбой. А они вон они сидят. Покажи, где они. Вон они. Во. Увидали банку. Только взял. Зашумели. Все. Сейчас я подхожу. Смотри, они как сюда залетят. Ну-ка, на место сюда. На место. Ну-ка, давай. Ну-ка, скорее. Более, скорее. О-о-о-о. Успела, успела. Вот это гальян такой. Я им на двоих один. На. Это как нищему возле церкви. Один пятак дал, разделите на двоих. А это все же милостыня. Все. Гальяны сушеные. 3 года, наверное, назад. Это приманка чудесная. Они знают, вот спят. Вот так только возьму, один поворот сделаю, а спят, видно там кошки. Мгновенно слетят. Чего они так любят, не знаю. Ради кошек-то стоит пруды восстанавливать, гальянов ловить. Ой, ой. Сегодня тут все лезут. Вот это в интернете. Илья II, патриарх грузинский. Я встречался с ним, фотография сохранилась. И там, чтобы он поддержал, что вот без этих там разных зеленых карточек людей не запускать никуда, он говорит, никак. Это разделение полное, царство разделится между собой. Это гражданская война уже начинается. И патриарх не дал, он старше меня 2 года. Молодец. Приближается страшно. Дальше должны отрезать бензин, я так думаю. А это будет все, перекроют дороги, страна рухнула полностью, уже ничего не сделать. Сейчас об этом сколько пишут. Иностранные войска подготавливали, как быстро опускаться сюда. Спецназ. А тут свой. Капут. Но это вплотную подходит к тому, что сказано в Писании. Один будет. Одно государство, один правитель. И все. Ну, по Библии это. Апокалипсис 13 глава и 17-18. Главный город спален будет. Вавилон 3. Это Библия говорит об этом. А что такое Вавилон 3? Москва. Тут гадать даже не надо. А что нужно делать? Ничего не надо делать. Молиться надо, каяться, приготовиться к встрече с Господом. Так и так умрем. Вот из-за страха сегодня все это делается. Не делаю этого и все. На работу нельзя идти. Пустая земля, всех не переловят. Идите, обрабатывайте землю. Этот магазин везде лезут. Ну, привыкли так не работать. А что делается-то? Какой разврат, убийство младенцев. Ну и вот сейчас папа арестовали. 18 лет дали. Больше, чем 50 мальчиков испортил. Это как? И руки подняты, и все стоит, но нормально. Где-то вот здесь могу даже показать. Он, наверное, показал. Так. Где тут фотографии-то? Не видно, да? Не видно. Ну, я не могу здесь рассмотреть это. Он стоит, там руки поднял. Одетый, красивый, с бородой такой. 18 лет. И никто не знал. Так это не один случай. Андрей Токураев сколько об этом рассказывал. И смотришь сейчас от рулетки. Разврат открыто идет. Как? И поэтому Господь посылает мор. И поэтому надо согласиться со всем, что Бог дает. Это напрасно где-то. Молиться за правителей, чтобы Бог их умудрил. И все, зляться на кого-то. Надо жить интересно, красиво и во славу Божию. Все у меня. Сейчас сестры подходят. Сейчас молиться будем. 4:53.